Привет, друзья! Недавно мы провели giveaway, где разыграли вот такую коробку от iPhone X. Она достается пользователю Роман Кит, который написал вот этот комментарий. Поздравляем Романа, отправляем ему его подарок. А сейчас для него и для вас всех я расскажу еще топ-7 лайфхаков, как можно использовать пустую коробку из-под iPhone X. Меня зовут Илья, вы смотрите канал 2.15. Погнали! Все чаще в соцсетях блогеры проводят giveaway и различные конкурсы для привлечения внимания. Так вот, если вы молодой блогер и вам нужны живые подписчики, вы можете где-нибудь приобрести вот такую пустую коробку и провести фейковый конкурс. 1000 подписчиков вам гарантировано. Если вы школьник и мамка постоянно дает вам с собой бутерброды на перекус, а одноклассники вас за это чморят, положите его в пустую коробку от iPhone X, и тогда на переменке вы будете царем, и с вами будет дружить весь класс. Вечер в хату. Если вы решили открыть бизнес по продаже сахарной пудры, но не хотите при этом загреметь за решетку, возьмите коробку от iPhone X, положите ваш товар туда, и при личной встрече передайте продукт покупателю. Дорогой Джерри, за те 3 месяца, которые ты провел с нами, ты стал настоящим членом нашей семьи. Теперь твоя жизнь продолжится на небесах. И будет тебе эта коробка пухом. Если вы счастливые родители, вы должны знать, что конфеты дома на видном месте оставлять нельзя. Поэтому, пока дети спят, тихо откройте коробку iPhone X. Только не шелестите бумажкой. И главное правило пикапа. Если на вас не ведутся девушки, купите пустую коробку iPhone X, придите в бар, возьмите себе какой-нибудь коктейль и увидите, как коробка сама притягивает всех девушек вокруг. Если у вашего друга юбилей и вы хотите порадовать его оригинальным подарком, подарите его в коробке от iPhone X. С дюхой, бро! Вау, спасибо, братан! Вот это подход! Ты охуел! Спасибо, что посмотрели это видео. Теперь вы знаете, что делать с коробкой iPhone X. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.